Филипп Анатолий Андреевич, Новосибирская область, Доволинский район, село Утянка, 62 года. Частушки. А что сыграете? Частушки? Частушки, да. Поехали. Спасибо тебе, мама, что веселым родила. Вот и горе, хоть беда, а я веселый всегда. А хулиганом я родился, всей деревне надоел. А вот в армию поехал, ну никто не пожалел. А продай, бабушка, корову, продай, бабушка, козу. Вышли деньги на дорогу, Гормунову привезу. Я фигурой, конопатый и рябой. А устал я гармонистом, погляди, а чё какой. Чеколды, елды-болды, чеколды, елды-болды. Пил бы, ел бы и гулял бы, на работу не ходи. А 10 лет деревни не был, 5 рублей домой писал. Все в деревне удивились, где такие деньги взял. Немного начал разживаться. Продал дом, купил ворота, буду подбираться. Хорошо живет народ, пиво пьет и вот тупят. Только этому народу голову и хвост дает. Топнул ногой, да прихлопнул рукой. Ну и что ж, нету денег, лишь бы был в стране покой.